такое интересное слово, которое появилось лет 20 назад в России. Вот, это технология спекания стекла при высоких температурах. То есть спекание разных кусочков стекла воедино. В принципе, это расшифровка слова фьюзинг. Спасибо огромное. Ваши работы только здесь покупаются или где-то можно заказывать? Ну, конечно, можно в интернете посмотреть, заказать. И высылается по почте, можно? Да, все высылается. Большое вам спасибо, удачи и все. Спасибо большое, всего доброго.